Работающие фразы, которые притягивают успех в вашу жизнь. Посмотрим. Многие люди недооценивают энергетику, которая появляется с произношением той или иной фразы. Очень важно не только верить в нее, но и духовно настраиваться на произношение. Расслабляйтесь и улыбайтесь. Почувствуйте, как ваш организм наполняется хорошей энергией, и лишь потом приступайте к чтению. От этого зависит, как быстро в вашу жизнь ворвется удача и успех. Все мы тайком мечтаем получать прибыль, не вкладывая много своих усилий. Получать доход с дополнительных заработков после щелчка пальцев? Конечно, данный рассказ не научит вас магии, но явно поможет вам настроиться на успех. Представляем вашему вниманию несколько действительно работающих фраз, которые смогут притягивать в вашу жизнь процветание и успех. Чтобы они работали, необходимо повторять их вслух каждый день в удобное для вас время. Кроме этого, учтите, направляя в пространство позитивные мысли и выражения, у вас появится настрой выполнять все поставленные перед вами задачи намного быстрее. «Я успешна» или «Я успешен». Проговаривая эту фразу, вы убираете все накопленные негативные ситуации из прошлого, которые тяготят вас и не дают по полной использовать ваш потенциал. Если вы собираетесь начать что-то делать вне зависимости от сложности этого задания, повторите несколько раз эту фразу. Вы сразу ощутите контроль над предстоящим и возможность удачно завершить начатое. «Я удача» или «Удача со мной». Вы не уверены, что предстоящие проблемы разрешатся в вашу сторону. Возможно, вы недостаточно над ними работали, а возможно, вам просто не хватает капельки удачи. Берите все в свои руки и начинайте повторять эту фразу. «Мои мечты уже сейчас сбываются». Каждый человек на Земле о чем-то мечтает. Кроме того, что когда мы начинаем мечтать, мы ставим перед собой цель. Если цель нереальна, то мы прорабатываем свое воображение. В любом случае, настраиваясь на исполнение своих желаний, мы привлекаем к себе успех. Я люблю. Вы устали от своей работы. Надоела рутина. Попробуйте добавить в нее немного любви. Возможно, через несколько недель вы почувствуете, что любовь может влиять не только на отношения. Я благодарю. Говоря эту фразу, опишите, кого именно вы благодарите за то, что вы стали чуточку лучше. Конечно, скажите ее и себе, так как кто, как не вы, вкладываете свою душу в свое дело. Высказанная благодарность гораздо быстрее поднимает вас на новый уровень успеха. Неважно, сколько раз вы будете произносить эти фразы и в каком порядке. Главным остается морально настраиваться на положительную энергетику и посылать в пространство правильные мысли об успехе и удаче. Как говорится, будьте проще, и люди к вам потянутся. На сегодня все. Любите друг друга, будьте счастливы, дарите любовь. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!